дыхание, соревнование, которое, может быть, найдет своих последователей. Поскольку не у каждого в возрасте достаточно сил, чтобы прибавить к своему возрасту километраж. А вот круги – это, как сегодня показала практика, вполне реальное достижение. Поэтому, может быть, мы заложили определенную такую традицию, что ли. Да и тем более, что будущий год – это год еще и столетия комсомола Кировского, областного комсомола. Так что, может быть, и повторим это соревнование в более расширенном составе. Надо будет. Так, а сейчас нам... Понятно, что бегунам досталось больше и кругов, вот, и калорий, которые они потратили. Ну, дело даже не в том, что ровно сотни не получилось километраж плюс возраст, в этом ничего страшного нет. Все равно вы участвовали в соревновании по бегу Гандикап 100, посвященном столетию ВЛКСМ. Значит, я напоминаю, Игорь Николаевич, вас, Игорь Николаевич, награждаю и... Буквально, говорю, там, ну, сколько там, 20-30 секунд, самые ваши высокие спортивные достижения на камеру. Итак, за первое место в соревновании по бегу Гандикап 100, посвященном столетию ВЛКСМ, с учетом возраста на этом соревновании, количество километров, суммарно 95, за 2 часа 35 минут, награждается Игорь Николаевич Косолапов, рекордсмен по суточному бегу в своей возрастной категории, рекордсмен России. Поскольку наше мероприятие посвящено столетию ВЛКСМ, то мы награждаем грамотой нашей региональной организации ветераны комсомола Кировской области и памятным юбилейным значком 100 лет ВЛКСМ. Игорь Николаевич, прошу принять. Спасибо. Так, грамота, значочек. Так, короткое интервью, кто вы такой и чего вы достигли. Я Косолапов Игорь Николаевич. Глаза. Рекордсмен России. Я установил рекорд в прошлом году. Побив в возрастной группе 75-79. Тот рекорд был 123, держался 15 лет. Сейчас 131-247. За второе место в соревновании по бегу Гандикап 100, посвященном столетию ВЛКСМ, с результатом суммарным 92, награждается Юрий Николаевич Кочеров. Здравия, дорогой. Спасибо. Он у нас, ну, сам скажешь, кто. Кочеров Юрий Николаевич, Чернобыль, в общем-то, инвалид третьей группы, но благодаря бегу я восстановился. И бегаю, и даже являюсь рекордсменом вятских марафонцев, не только вятских, и областных, по количеству пробежавших марафонов. Неделю назад бежал в Москве марафон в парке Горького, 112-й марафон. И еще у меня лучшее достижение по времени на марафоне 3 часа 7 минут. Это я уже восстановился после Чернобыля и горжусь этим результатом, что... И после такой экстремальной ситуации чернобыльской я еще побил свое время в марафоне. Спасибо. Грамотой награждается за участие в соревновании по ходьбе Гандикап 100, посвященном столетию ВЛКСМ, Александр Петрович Пуценко, который, несмотря ни на что, прошел сегодня 25 кругов за 2 часа. Когда-то пошел, я их тоже считал. Надо считаться с главным судьей. Так, пожалуйста, на камеру вспомните свои, как говорится, годы. Пустенко Александр Петрович, тренер по конькобежному спорту. Занимаюсь бегом, марафоном уже с 70-го года. Вот. Ну, достижения были, какие достижения? Сверхмарафоны, Киров, Седлица, Киров, Ленинград, Киров, Сыктывкар, ну и пробеги в Алма-Ате. Достижение какое? 54 года выполнил первый разряд по спортивной ходьбе на 50 километров. Сейчас преодолеваю на протезе уже 50 тысячу километров за 11 лет. Вот Седлица — это Польша? То есть продолжаю ходить, только на одной ноге.
За четвертое место в соревновании по ходьбе гандикап 100, посвященном столетию ВЛКСМ, с учетом возраста на день соревнований 64, количество пройденных кругов 36, суммарно 100, за 2 часа 12 минут награждается Александр Михайлович Новоселов. Я думаю, что нас еще значками наградят. Но это, ну, вы участник соревнования полноправный. Вот, ну о себе не обязательно спортивных достижений. Так нет, Новоселов Александр Михайлович, спортивных достижений не имею, но, пожалуй, самое такое большое, это вот 126 километров на велосипеде, это у меня обычное было дело. А 100 километров я крутил два раза в неделю, это в обязательном порядке, не говоря уже обычно. Понятно. Так, ну, за третье место, так самое, меня будет награждать. Давайте я сначала остальных награду. За второе место в соревновании по ходьбе гандикап 100, посвященном столетию комсомола, с учетом возраста 69 и количества пройденных кругов 31, суммарно 100, за 1 час 58 минут, награждается единственная женщина-участница наших соревнований, Мария Федоровна Изотова. Единственная и неповторимая. Ну, вспомни какие-то яркие вещи. Любительски купалась в проруби, бегала, занималась много лет. И хожу в парк, занимаюсь, на тренажеры бегаю. Ну, какой из, какой из пробегов запомнился, в которых вместе ты участвовала? Очень много участвовали. И в Москву бегали, да, и в Нижний Новгород бегали, и по Приволжскому округу бегали. Раньше много, но таких вот индивидуальных. Бегали, в Омутнинск бегали, везде. И даже в течение одного дня, 14 лет назад, когда мне было 55, да, мы сбегали в Великорецкое туда, да, и обратно. Да, Великорецкое, купались, отмечали, так что так держать. Спасибо. Так, за... Первое место в соревновании по ходьбе гандикап 100, посвященном столетию комсомола, с учетом возраста 79 и количество пройденных кругов 21, за 1 час 19 минут награждается Евгений Васильевич Янжин. Васильевич тоже участник, неоднократный участник пробега. Да, Янжин Евгений Васильевич, участник многих марафонов, дальних пробегов Ленинград-Киров, Киров-Сердце. Любитель, кандидат 8 раз пускай. За эти большие проблемы. Бегайте, люди, бегайте. И ходите. Здоровый образ жизни. Так, за проведение соревнований по ходьбе и бегу гандикап 100, посвященных столетию комсомола, в качестве главного судьи соревнований награждается Наймушин Владимир Михайлович. Да, 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 уже в руках держите свою награду. Ну, Наймушин Владимир Михайлович, я неоднократно участвовал в пробегах, многодневных пробегах, как и по Кировской области. Бежали мы в 2011 году сверхмарафон, посвященный Юрию Алексеевичу Гагарину, Байконур, Самара, вместе с Игорем Николаевичем. Ну, имею... Являются моим тренером. Ну, имею рекорд области на 12 часах 131 километров пониже Родины. Так, ну, сам себе я не могу это. Действительно, Владимир Георгиевич, поздравляйте. Ну, вручаем, что делать. Да. Поздравляем организатора этих соревнований за участие, занявшее третье место кандидатом в возрасте 60. Да. С учетом возраста в день 69 плюс 31 километр, получается 100 километров достигнул за 2 часа 10 минут. Ну, спасибо всем, что благодаря вам эта идея осуществилась. Я говорю, может быть, найдет свое продолжение. А если уж что-то о себе сказать, ну, во-первых, в 99 году было единственное соревнование по суточному бегу, я в нем участвовал, и с учетом, так сказать, возраста, опять же, являюсь призером этих соревнований по суточному бегу. Ну, неоднократно бежал и 12 часов, ну и могу сказать, что вот с многими вами пробежал не один марафон, где я был организатором и участником сверхмарафоны по Приволжскому округу, Москва, Киров, по Кировской области.
Так что есть что вспомнить. А возобновили мы их ровно 20 лет тому назад, в 98 году. Так что вам спасибо за сегодняшнее участие. Спасибо, Георгий, за организацию. Спасибо вам. Все очень спасибо. Понравилось. В общем, будем надеяться, что это так у нас держать. Традиционно будет. Да, некоторые, тут же, так сказать, Женя Карин говорит, ой, я бы знал заранее, но я постараюсь. Дядя Юрий Васильевич говорит, ой, а ему, слава богу, вот годков-то 80 чем-то, да. Он говорит, а в будущем году будет, я подготовлюсь. Ладно.